Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». У нас закончился с вами 41 сезон, и мы забираем свои награды. Так, получить. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Отлично, 6 паков, друзья мои, 6 паков. Ну что же, давай открывать. Самая любимая моя часть. Ну-ка, что нам здесь достанется? Так, пока все это у меня есть. Нового я ничего не вижу. Так, редкие пошли. Угу. Пока все это у меня было. Мега редкие. Кактус. Вишневая бомба. Тако. Оу, а вот это новинка, ребята. Такой у меня не было. И легенда, кто? Да ладно, серьезно? Ребята, я об этой карте мечтал фиг знает сколько времени. Если кто не знает, что она делает, я вам сейчас объясню. Если мы выкладываем вот этого вот мага, то он прибавляет всем 1 плюс 1 не только тем персонажам и картам, которые у тебя в руке, но и которые вообще у тебя есть. Вот, смотри, межгалактический полководец. При использовании все зомби получают 1 плюс 1 до конца игры. Офигеть, ребята. Обалденная карта. Слушай, я доволен. И хорошо, что у меня выпал вот этот, ребята, страж. Межпланетный гладиатор. Я очень доволен. Очень. Фух, ну что, давайте немножечко, наверное, с вами поиграем, да? Сезон 42 начался. Так, какую мне дадут сразу лигу? Да ну, сразу 20-ю, блин, я хотел с 10-й где-то начать. Ну ладно, 20-я так 20-я. Ну что, ребят, давайте немножко поиграем, да? Разгром, а я могу, интересно, поменять? Эй, могу ли я взять... нет, я... ух ты, могу, ребята. Могу, значит, нам с тобой, знаешь, что надо сделать? Блин, у меня аж... я даже не знаю. Поменять, кого бы поменять нам... Вот этого, может быть, убрать и поставить. И поставить вот этого, добавить, да, сюда. И ко всему прочему, может быть, вот эту вот убрать. Но она как бы да, нам пригодится, может. Я даже не знаю, ребят. Медика. Да кого же убрать-то нам, а? Сумоист как бы тоже, в принципе, нужен. Давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. И возьмем. Где этот гладиатор? Вот он. Все. Ну что, давай попробуем сыграть. Пару партий за разгром. Так, 20-я лига. Сразу мы с тобой начинаем с нее. И ждем соперника. Ну что такое? По идее, у нас только неделя началась. Соперники должны находиться вообще моментально. Так, мы нашли с тобой 14 ранга противник. Играет он за картошку, за бабаха. Угу. Мы с тобой убираем здесь. Ёлки-палки. Да хорош. Ну что это, ребят? Ну... офигеть, тоже мне подарочек судьбы. Ты посмотри. Ай-яй-яй, это непорядок. Нет, у меня, конечно, есть первый ход. Если что, я могу уничтожить. Но будет обидно, если мы проиграем здесь. На самом-то деле. И только лишь из-за того, что у нас вот такие вот карты выпали. Офигеть. Мне кажется, я слишком много взял высокоуровневых карт. Ну вот, началось. Ну что, убираем с тобой, да? Этого кактуса отсюда. Так, а сейчас у нас с тобой будет 3 энергии. Поехали. Мне кажется, у него еще один кактус там припрятан где-нибудь. Но это не точно. Он может мину поставить. Опа. Он тратит горячку. Он тратит вот на это горячку. Интересно. Так, ладно.
Ну что, давай тогда поставим с тобой вот этого спортсмена. Пускай попробует его поймать. Ах, вот ты кто такой. Ореховая, значит, напасть, да, ребята? Я понял. Он, значит, решил сыграть на орешках, да? Ну-ка, давай тогда так сделаем. У него там куча орехов. Я тебе точно говорю об этом. И он их сейчас будет здесь расставлять. Там и водяной орех 100% будет. Блин, а у меня нету подходящей карты, которая бы уничтожила бы все орехи. Это аэрозольки. Плохо. Так, ладно, давай подумаем дальше, что нам можно здесь сделать. В принципе, поставить вот этого спортсмена можно, как вариант, да? Напротив вот этого ореха. Ну что ты, бабах? У нас с тобой есть еще отхил, но это на худой конец, ребят, если нам понадобится. Так, смотри, что делает. Наносит 3 единицы урона. Но я так и думал, что он будет сейчас, друзья мои, орехами тут все заставлять. Отлично. Ну что, давай теперь так вот сделаем. И мне не дают тренера. Так, он кого? Хочет убрать его, что ли? Ага, вот так вот. И мы обратно сюда, да, вернулись. Так, ну что, пора, наверное, нам либо захиливаться, либо что? Либо захиливаться, либо, да, нам, наверное, надо будет хильнуться. Хотя, подожди секунду. Давай вот так вот сделаю. И сделаем с тобой вот так. Посмотрим, что он тут дальше будет предпринимать. Виноградина у него, оказывается, есть. Куда же ты встал, дурачок ты, а? Зачем ты подставился? Ну, ему некуда было, ребята, понятное дело, уйти. Ну что, давай сделаем немножечко попроще. Если это можно назвать попроще, конечно. Вообще-то я думал, что у нас защита сработает. Но она не сработала. О, даже как. Хорошо, давай смотреть дальше. Ну, 100% у него должен быть еще один такой орех. Он делает галактические сады. Угу. Теперь делает дорожку неуязвимой. И вот так вот он делает. Ну что же, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Сейчас у него сработает защита. Об этом тоже не забывай. Вот она, защитка срабатывает. Кому-то сейчас прилетит солнечный удар, верно? Я понимаю. У него останется 10 единиц ХП. Что он делает? О, даже как. Ну, как ты понимаешь, мне некого поставить и некуда даже. Пропускаем с тобой ход. Жалко, знаешь, чего нету у меня? Оу, вот он как. Вот он как решил, ребята, смотри. Так, перемещает, куда он его перемещает, не могу понять, сюда. Окей. Ну что, погнали. Так, этого мы, наверное, с собой уберем отсюда, да? А, как мы уберем? Мы только хильнуться можем. Хильнуться можем, да?
Так, давай вот так вот сделаю. Так, эти дурацкие орехи. Так, у него и у меня по две брони. Так, мне выпал медик. Ну, мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. Тукс. Уничтожает растение 4 или больше. Ну, понятное дело, зомбобота. Ему надо убивать, естественно. Опа, клубничку поставил. С клубникой, ребята, это плохо. У него срабатывает защита, не забывая об этом. Поэтому он может что-то пакостное сделать. А что он сделать может? Переместить, да? Сюда его перемещает. Я понял. Ну что, у него одна карта. Так, мы с тобой сделаем, знаешь, как? Вот так вот. И, пожалуй, вот так. Надеюсь, у тебя могилоеда нету, а? Бабах. Есть, ты прикинь, у него есть могилоед, ребят. Ну, не судьба тогда, да, получается? А, вот он как решил, из последних сил. Все, ему крышка, ребят. Тогда ему крышка. Он сдался. Слушай, как так? Ни одного, извини меня, этого мне не выпало. Вируса. Что за подстава? Вообще-то это колода, или я неправильную колоду взял? Ну-ка посмотрим. Ну да, вот он, вирус, он у меня здесь должен быть и срабатывать. Наверное, вот этого надо убрать отсюда, мне кажется. И, наверное, вот этого тоже надо отсюда убирать. Добрать вирус. Ну, кстати, вирусов тоже, когда слишком много, не есть хорошо. И что еще? Аэрозолька у меня есть одна, всего лишь одна. Я даже не знаю, друзья мои, ну... Еще одну карту какую-то добавить. А какую добавить-то тут? Вот эту, наверное, мы с тобой возьмем, потому что вообще ни одной нету. По ландшафтам у нас раз, два. Ну, в принципе... А, ландшафт. Вот этот. Ладно, фиг с ним, ребят. Попробуем. Попробуем еще сыграть. У меня 4 тренера, прикинь. И ни один почему-то из них не выпал. Один вообще-то выпал, но... Так хиленько он, да? Выпал, мне достался. Попробуем до 21 ранга дойти. Но опять в ожидании. Так, и смотрим, у нас... Капитан Огонек, 10 уровня. Слушай, ну в принципе меня вот здесь, наверное, берем. Во, вот так вообще будет идеально. Поехали. Капитан Огонек что-то там затеял, да? Недоброе. Что же ты затеял, а? Сейчас кого-то поставить напротив. Да ладно. Ах, вот ты как. Иди сюда тогда, парнишка. Будем с тобой разбираться по-другому. На-ка. Ну что, неплохое начало. Так, теперь нам, наверное, лучше сделать вот так. Ага. И вот так. А ну-ка. Капитан Огонек задумался. А что тут думать? Я бы не знаю, ребят. Я, наверное, бы уничтожал бы в первую очередь, который с бильярдным кием, да, находится зомби. Потому что у него еще мишень стоит. То есть не будет накапливаться. Ага, а он решил вот так вот. Вот, потратил
Два своих суперудара. Это хорошо, ребят. Это хорошо для меня, по крайней мере. Так, ну что, теперь, наверное, попробуем с тобой сделать вот так. Сможет ли он его уничтожить или нет? Если не сможет, ребята, вот как. Ты гляди-ка, что он тут придумал. Значит, у него там много энергии, да? То есть не энергии, а... Твою налево, зачем ты, блин? Так, ну что, прокачивается. И ставим с тобой сразу же тренера сюда. Сразу же поставим с тобой тренера и посмотрим, сможет ли он здесь кого-то подбить. Вот как он делает. Ага. Слушай, не дурно, не дурно. Теперь, как говорится, кто кого, да? Ну, что я могу здесь сделать? Блин, как лучше сделать-то, даже не знаем. Давай вот так, наверное, с тобой сделаем. Тыкс. И вот так. Ну и смотрим. Вот, клевер. Насколько ему дает он прибавки? Опа, 5-5. Так, наносит бонус на атаку. Так, ну что, куда мы его убираем? Наверное, вот сюда вот, да? Нет, лучше вот сюда вот. Поехали. Так. Ай-яй-яй, у меня уже это... Блин. Сейчас, наверное, будет усиливать, скорее всего. Нет? Так, ребята, прокачиваемся тогда. Выпускаем дамочку на поле. Так, а теперь, ребята, у нас есть вот такая штука. Я думаю, что он сдастся. Потому что, ну, в любом случае, здесь никак мы уже не выкрутится. Слишком мало здоровья у него и слишком крутые карты у меня. Ах, вот так вот. Ах, вот так вот ты решил сделать. Но я думаю, что он понял, что это бесполезно. Да. Все, короче, крышка, ребята, ему. Давай. Ох, ё! А вот это, друзья мои, фарт. Вот, вот это по-другому не назвать. Это фартануло ему, как я не знаю кому. Ну что же, тогда... Тогда мы с тобой продолжаем поединок, ребят. Еще не все закончено. Выходит так. Эх, как же нам быть-то? Давай, наверное, сделаю вот так вот. И сделаю вот так. Хорошо ему тут фартануло-то на самом деле. Именно в защитника превратился, а? Хм. Так, ну что, ему нужно против кого тут выстоять? Против вот этих двух. Вот, начинается, ребята. Сейчас он тут звезданет. Так, поехали. А вот тут уже крышка ему. Нет, не крышка еще, ребят. Еще не крышка. Он еще поживет, прикинь. Ну давай, прокачиваем наших ребят. Опа. А вот теперь давай посмотрим. Блин, надо было мне, наверное, вот этого еще вытащить. Не буду я пока даже делать этого. Ну, у меня еще есть, друзья мои, вирус. Так, опять, по-моему, да, он сдается. Ну, знаем мы... А, нет, нет, ребята. О, смотри, что он делает.
Неплохо, я скажу тебе, очень даже неплохо. Погнали. Тыдич. На-ка в ответку. Все, ребят. Хороший, интересный был поединок. Тем более для 10 ранга, ребята, довольно неплохо играл. Довольно неплохо он играл. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. А, тут же по 2 энергии у нас прибавляется. Поэтому мы быстренько с тобой здесь, наверное, перейдем в 21-ю лигу. Или как там, ранг. Так, опять в ожидании. Опачки, 30-й ранг. Оу, ничего себе. Если ребята мне дали 30-й ранг, это говорит только об одном, что это роза у нас из высшей лиги. Если я на 20-м ранге начал, то высшая лига начинается с 30-го ранга. Поэтому сейчас будет разнос меня, естественно. Причем полный. Ну и как всегда мне не везет с картами. Я смотрю, роза это не особо спешит, да? Видимо, есть что поставить, как говорится, против. Угу. В принципе, неплохая карта, рикошет. Роза на заморозках. Вот это плохо, ребят. Вот это плохо. Ох ты, отличная карта. Сейчас будет замораживать. А, в козла даже превращает. Не постеснялась, потратила, да, все-таки? Блин, мне и ставить-то некого, если честно. Могилу я больше не уверен, что он будет замораживать. И мне невыгодно ставить вот этого. Видишь, он замораживает, я так и думал, ребят. Но у меня есть. Давай его. А, все, тогда не получится. Так. Хотя нет, не будем мы это делать. Нам это не нужно. Ага. Так. Ну, если мы с тобой вот так вот сделаем. Просто посмотрю, ребята, будет он высунет своих козыря. Высадил, высунул арбуз. Он вызвал арбуз. Это чтобы нам не погибнуть. Окей. Так, попробуем сделать так. Ага, все-таки высунул, да? Будет замораживать, ребята. Понятное дело. Давай-ка мы с собой этот арбузик отсюда берем. Так, грушу нам нужно будет отрикошетить. Только вот как? Да, в принципе, что я думаю-то? Сейчас мы с тобой здесь сделаем. Так, 4. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Угу. Ну что, убираем отсюда арбуз, наверное, да? Поехали. Еще раз напомню, это роза из высшей лиги, поверь мне. Угу. Теперь, значит, что мы сделаем с тобой? Давай так. Пока. Ему остается только замораживать. И он сейчас это будет хорошо делать, ребят. Потому что я больше уверен, что у него
Капелек этих ледяных, будь здоров. Но он, видишь, как делает, арбуз опять выставляет. Почему арбуз? Не пойму, ребят. Странно он, конечно, тут немножко все сделал. Но это на его совести. У него еще сейчас сработает фигня одна, которая будет кое-что противное делать. Давай вот так вот сделаю. Да, интрига. Угу. Опачки, у него еще одна груша, ребят. У него еще одна груша. Блин, я даже не знаю, куда. Ну давай сюда поставим. Сейчас превратит кого-то в козла. Ой, в кого-то там, в другого зомби. Обычно это так делается. Превращает в случайного зомби. Вот об этом я тебе и говорил. Оу, проскок. Семь хп. Опа, смотри, что делает. Так. Дальше что? Как ты с этим будешь справляться? Хотя ему нужно нанести всего 8 единиц урона. Здесь 2. Так, уже 4. Меняет. Тогда все, ему крышка, ребят. Тут ему уже спасения нету. У меня еще и защита срабатывает. Естественно, я убираю любую, да? Все, он сдался. Ну что, я нас поздравляю. Мы, по-моему, переходим с тобой в следующую лигу. 21-ю, да? Если я не ошибаюсь. Так оно и есть. Повышение, 25 гемов. Ну что, думаю, на сегодня пока достаточно. Давай еще попробуем громкое событие поиграть, выиграть. Так, заморозка использует карту события зомби-дайвер. Остерегайте зомби из надгробий. Так. Ага. Сверху, перемещающих в воду. Я понял. То есть он будет выкладывать надгробия вот здесь вот. Из них будут появляться... Ух ты. Дали вот что мне, да? Окей, давай попробуем. Поехали. Это не страшно. Оно прокачиваться будет у нас. Насколько я помню, да? Будет. Пускай, конечно, не так интенсивно, как хотелось бы. Горячка мне здесь поможет. И, ко всему прочему, я сделаю еще вот так. Погнали. Окей. Вот что он делает. Блин, ну плюс 2 к атаке это, ну, а что делать, ребят? Придется. Поехали. Так, тут обмен тупо получается у нас. Как ты запарил, а? Давай сделай вот так вот. Так не пойдет дело. И вот так. Кто там у него? Ага.
На кого? На себя поставит? Нет, ставит в совсем другое место, ребят. Так, ну а теперь будем выставлять ягоды. Да ты запарил, а? Поехали. Я ведь немножко неправильно делаю, да, друзья мои? Мне надо было немножко не так делать. А я уже и не успею по-другому. Да и шиш с ним. Погнали. Так, тут тоже превратиться должен, да? Все. Кто у тебя дайвер, да? Он, естественно, сейчас в воду уныривает. Так, с этими мы должны, в принципе, разобраться. Давай, пинс. Так, этого разобрали. Этого разобрали. Он, правда, усы заберет. Усы заберет. Так, рикошет случайно зомби. Давай мне... Вот как он сделал. Ну вот теперь будем вот так делать с тобой. Погнали. Так, гарлик. Вперед. Теперь сделаем вот так. Ну и посмотрим, что он тут будет мутить. Раньше я их называл ананасы. На самом деле это у нас кто? Да, это у нас шишки получается. И что ты этим доказал? Ребят, я не знаю, что он этим доказал. Это глупо. Но ведь не поможет тебе здесь. Хотя... Да, этот ряд он, конечно, пробьет. Но это ему не поможет. Все. Как-то так, друзья мои. Сыграли, можно было и побыстрее все это сделать. Я немножко там лопухнулся. Так. Еще чуть-чуть, и я получу этого... А, вот, все, дайвер у нас в кармане, ребят. Ты-динс. Великолепненько. Ну что, друзья мои, пора мне закругляться, потому что завтра идти на работу надо, а времени уже, как говорится, 12 часов ночи. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.